С вами канал улицы Москвы. Мы находимся на улице Объединения в городе Балашиха. Здесь у нас вот автостанция Балашиха 2. Озерный лесопарк там вот начинается. Ну а мы будем двигаться в направлении улицы Заречной, берега реки Пехорки. Ну, такая относительно, кстати, небольшая здесь автостанция. Ходят автобусы номер 395 и 447 до Щелковской. Еще, насколько я знаю, был автобус до станции метро Партизанская из Балашихи. Сейчас ходит или нет, я не владею информацией. Ну, на таком было дело ехал. Ну и маршруточек тоже тут какое-то количество имеется. Не нашел я информации, кто с кем объединился тут. И откуда такое название улицы. А то у нас в истории больше, наверное, разъединения были. По крайней мере, они преобладали в последние годы. Ой, блин. Так, вот эта улица Свердлова будет. Дальше такой вот чисто московский квартальчик из высоточек. Так, надо перейти улицу. Так, пойдем переходить улицу Свердлова. Там вот видно более новые дома П-44Т, которые уже в 2000-х годах построены были. А вот эти дома, наверное, годов 70-х еще. В Москве много таких домов. В Подмосковье они, конечно, гораздо реже строились. Но здесь вот похоже на какой-нибудь окраинный московский район. Пейзажики.